za Barariego. Iranu, no on, jeżeli podrzuci, będzie dopiero trzeci w dwuboju ze sporą stratą do naszego reprezentanta, także ten zawodnik zupełnie nie jest w stanie zagrozić Polakom. Ale będzie pierwszy w podrzucie. Жавейца лучше, нежели второй подход. Тогда он взять на грудь 227 не смог. И толкает Барари 221 килограмм. После этого подхода он располагается следом за Виктором Давида Биджаняна. Сейчас первый Бартоломей Бонг, второй Давид Биджанян. Бартоломей Бонг закончил свое выступление, у Биджаняна два подхода. Ну и пока еще ни разу не выходил на...